Привет, ребята! Наконец-то я попал на свою любимую передачу в Ютубе. Представьтесь, пожалуйста. Алексей. И все? Новацкий. Очень хорошо, вам подходит. Привет! Привет! Эй! Так переживал, что захватил с собой казахскую диаспору и джиган. Чтобы, если что, все отпи***ли содержимое коробки. И съели. Всем привет! Есть что-то, чего ты боишься? Сейчас, знаешь, стою на тебя и понимаю, что меня немножко трясет. А я ведь смелый человек. Вообще, я ненавижу и очень сильно боюсь лягушек. Я очень боюсь саранчу. Но вообще, в целом, мне кажется, я трусиха. Я долго выбирал схему, по которой я буду сегодня работать. Это будет серьезный мужик, который ничего не боится, либо визжащая, писклявая девочка. Я выбрал второй вариант. Капитан! Да? Я нашел карту, капитан! О, и что же мне? Что? Сокровища, капитан! Сокровища! А где же они, Пит? Тут два сокровища, капитан! Два сокровища! Три. Четыре! Их сотни, капитан! Знаешь, что это значит, Пит? Стой! Где? Это не сокровища, капитан! А что же это, Пит? Это карта клубов Bad Boom, капитан! Bad Boom? Да! Bad Boom — это надежный букмекер с тысячами вариантов ставок на спорт. И где же он находится, Пит? В России, капитан. Ух, мы быстрее сдохнем, чем до туда доплывем. Не переживайте. В закрепленном комментарии есть ссылка на удобное современное приложение, капитан. Правда, тут непонятно, то ли это ссылка на приложение, то ли эта штука превратит нас в русалок. Тут неразборчиво. Может, не стоит нажимать? Люблю, когда у женщин снизу пахнет рыбой, капитан. Послушай, Пит, это слишком опасно. Не жми на эту ссылку. Вы не понимаете, капитан? Здесь, в закрепленном комментарии, приветственный бонус до 10 тысяч на первый депозит. Тогда жми на нее прямо сейчас. Bad Boom. Открой игру. Это того стоило. Скажи, там что-то страшное? Ну, как сказать? У каждого страхи-то свои. Ну, вы же не подвергнете мою жизнь опасности. А ты подписал бумажку? Подписал, но не почитал. Смотри, пальчики полезные. Что это за хуйня? Да вы суки, блядь, это очень страшно. Аккуратненько. Ой, ой, хорошая, кто это? Ты кто? Сейчас. Только аккуратней, не... Это стенки, Тимур. А, это стенки, да? Да не, просто я услышал звук. Так, сейчас лучше убери правую руку, ненадолго. Посмотри на нее. В смысле? Все хорошо? Да, все нормально. Да вы меня пугаете, идите в жопу, там все нормально, наверное, да? Смельчак. Давай, вот знаете, вот как в торговых центрах стоят вот игрушки доставать, управляйте мной. Вниз. Вниз. И теперь по полу, вот так соединяй руки. Ложь. Пушистое что-то. Так. Ой. Я-то за... при чем тут? Ты что, плачешь, что ли? Нет. А надо бы. Вот, давай. Он потеет. Мне кажется, что ты потеешь. Еще приподнимается. Я знаю несколько вещей, которые приподнимаются, когда я глажу, но это не то. Слишком лохматая, да? Подождите, я мех, почувствовал мех. Это Джарахов? Я чувствую, что это что-то неживое. Да где, может нормально. Живое, серьезно? Ой, блядь, это игрушка, блядь. Фу, это пёсик. Пёсик. Да. Это игрушка какая-то мягкая. Это сорочка, да? Блин, круто, спасибо вам. Вы слишком все смелые какие-то. Да, ну это какая-то игрушечка, да. Ой, это игрушка. Так, это уши. Это нос. Кто это? Это пёсик. Да. Плюшевый пёсик. После первой, мне кажется, это очень потливая ситуация, я разденусь, вы не против?
Мин алтын. Матур шешак. Так, я понял вас. Извините. Ну, ты замечен, это точно. Столько лет стараний не зря. Не теряй сознание, пожалуйста. Пацаны, пожалуйста. Что это такое? Оно прям на меня смотрит. Да нежно, успокойся. Все, все. Чуть успокойся. Вы-то чего-то переживаете? Ну все нормально, живая. Я сразу левее. Больше левой рукой работаю. Не делай это! Пожалуйста. Ну ты послушай. Не издавай. Подождите. Куяем мы, что ли? Я проверяю теплое и пачкающееся. Да-да. Где-то сантиметр остался примерно. Пол сантиметра. Давай. Вам нравится, что она не двигается? Не кричи, блядь, тугость. Она даже не дернула. Тихо. Оно было гладко, как выдра или что-то такое. Крыса, мышь, кто это? Масюна. А ну хвоста что-то нет. Хвост был до тебя. Батюшки. О, она насрала. Теперь что-то пачкающееся появилось. Вахан, все, уже можно полностью трогать. Пошугался, да. И хватит. А, как мужчина. Записали? Да, давай. Все там. Я не могу. О, она на ощупь как яйца. Это кто-то лысый. Гоша Куценко. Но при этом очень маленький. Это маленький Гоша Куценко. Кстати, Гоша Куценко, респект, если честно. Куснула! Ты мое слово. Иди ко мне. Иди. Ты покусываешь еще меня? Ой. Это было похоже на какие-то уши. Это крыса? Как мини-бегемот. Что это? Это что-то морское. Да. Это первая часть предложения. Это в названии есть, но это не обитает в море. А! Ну-ка. Тигровый окунь. Дети часто просят у родителей. Лысого погонять? Там что-то лысое. Нет хвоста, попка хорошая. Иди, не бойся, не бойся. Вот так вот. Ну все. Мы сдаемся, это морская свинка лысая просто. Да, так и классно. Посмотри, это. Он похож, да, на маленького бегемота. Ой, ты хороший как. А кто это, свинка? Получается, морской слон, а, морской этот. Ну-ка. Морская свинка. Морская свинка. Мини-пик какой-нибудь. Ну, рядом. Свинья. Какая? Морская свинка. Да! Ой, какая няшка, я хочу ее посмотреть. Ну, она миленькая. А, вот и поняла, у нее носик такой мохнатый, поэтому я не понимала, что это. Она больше трясется, чем я, моя Зоя. Такая ты клёстная. Может, это морская свинка? Да. Да. Я назову. Ебать. Что за свинья? Охренеть. Я первый раз такое вижу. А как он живет вообще? А он типа продается? Ну, сорт такой, да? А Джика уже скурить это хочет. Можно я скажу? Да, пожалуйста. Кузьмич, открой коробку. Ну, Марат, с днем рождения. Как обычно, сначала заходят пальчики. Блин, мне не нравится. Аура, да, какая-то? Что-то там очень нехорошее. Темные силы. Ну, кому как. Не всем нравится. Ну вот вам, походу, всем очень нравится. Нет, я не хочу этого делать. Опять что-то меховое, да? Ну смотри, вообще все. Ой, я взял.
Тихо. А, ну это... Господи, что это такое? Ой, это что-то длинное такое? Ух ты, а это что у нее? А что это? Подожди, а что это такое тут? Ну, во-первых, я чувствую, что вот тут уже тепло. А оно использовалось, что ли? Я не понимаю. Вот, вот и вот хрен пойми, да? Ну, это носик, да, какой-то? Да. Почти. Собачка показала носик. А потом вырезала помадка. Да. Она меня может укусить. Которую гоняет, знаешь? Травмировать может? Ты, надо расслабиться, короче. Да как можно расслабиться? Вы прикалываетесь? Нежно. Конечно, нежно. Сука, я понял. Открывайте бутылки. Вот это что? Это этот... Ну да. Жопу вставляет, который это как его называли? Это Джараховский, точно, 100%. Кто кино всю ночь смотрел? Греческая смоковница. Джарахов. Ну это очень мягкий стропон, мне кажется. Да, потому что это анальная херня какая-то. Это прямо да. Это вот сюда, это мы. Это, да? И должно быть приятно. Да блин, это очень странно. Это что, это лиса какая-то? Ты можешь шиналку плюнуть перед этим, кстати? Ублюдок! Да! Браво! Вместо 1000 слов. Можешь посмотреть? Можешь примерить еще, скажи. Ну, я знаю, что такое. Но я не знаю, как это называется. А, ну, засовывают его... Не, продолжай, спасибо. Это какая-то пробка для жопы, да? Ты, если угадаешь, что сверху, я тебе скажу, я не знаю. Почему кулаками? Я готов, Дмитрий. У тебя выступление какое-то сегодня? Ты опаздываешь. А я должен как-то... Да, мы рассчитывали всегда. Все, а можно переснять, хорошо? Да, пожалуйста. Давайте, давай, давай. Аккуратно, осторожно. Да, хорошо. Осторожно, ну давай, смелее. Да я боюсь. Это видно, но ты должен себя преодолеть. Я не могу, мне страшно. Это передача такая. Бля, пожалуйста, не без резки. У тебя, оказывается, такие круглые глаза. Ну пока что это... Что это за какая-то бумага, блин, пластмасса, загрязненный океан? Да-да, у нас социальная передача. Да. Важен подтекст, понимаешь? Вот в прошлой коробке было что-то про доверие, например. Сначала думал, что это использованный презерватив. В использованной жидкости. Вы что, просто взяли воды из Москвы-реки? Здесь сплошные пакеты. Да прикиньте, просто налить фактически. Что это такое? Это рояль, блин. Рояль! Что это? Клавиши какие-то, что это такое? Кажется, нащупал. Что же это? Это принтер. Нет. Это плоская черепаха? Блин, это какая-то очень сложная пластмассовая конструкция. А, это баян. Так, это постамент, на котором что-то. Это что-то музыкальное. Или это печатная машинка? Да! А, это какой? Это клавиш? О, это печатная машинка. Да, печатная машинка. А, это этот. Как ее? Ну-ка. Печатная машинка. Ну, конечно же. А, это печатная машинка. Да. Печатная машинка. Брависсимо, брависсимо. Ребята, у меня просто глаза на руках. Ребята, простите меня, пожалуйста, я старый человек, у меня нет никаких эмоций, даже жена мне об этом говорит. Я импотент во всех смыслах, не только внизу, но и на руках. Ох, кайф, мне понравилось. Ну, это было потрясающе, спасибо Кликлаку. Я рад, что вы снова на Ютубе. А вы подписывайтесь на канал, сделайте красную кнопку серой и напишите
кто вам понравился больше всего. Это было круто. Все приходите сюда, и я надеюсь, что эти добрые ребята позовут меня не раз еще. Мне очень понравилось. Это был мой первый опыт. Даже хочется, если честно, еще парочку разных коробочек про чеков. Это был просто всплеск эмоций. Называю так, ты, Зураб Матва. Я вызываю тебя. Я надеюсь, что у всех все в жизни будет хорошо. Я желаю всем много любви и счастья. Если бы Алексей Новацкий сегодня не победил на нашем шоу, то вы бы никогда не узнали две вещи. Как он выглядит и время, за которое он разгадал все коробки. А это, между прочим, всего 5 минут и 2 секунды, что вполне тянет на рекорд. Увидимся с вами в следующем выпуске.